Как работать дальше? Депутаты областной думы определились с комитетами, в рамках которых будут проводиться обсуждения будущих законопроектов. У предшественников было 6 комитетов, теперь их будет 5. Но суть, в общем-то, не поменялась. А вот заместителю председателя парламента, наоборот, станет на одного больше. Тоже 5. Хотя КПРФ справедливо предлагали назначить от каждого из 4 представленных партий по человеку. Однако красных не поддержали, голосовали за 5 кандидатур. Заместителями председателя Ивановской областной думы стали 3 единоросса, 1 коммунист и, соответственно, 1 либерал-демократ. Вячеслав Петрович Арбузов, Анатолий Константинович Буров, Владимир Сергеевич Гришин, Александр Германович Фомин, Дмитрий Викторович Шилякин.